Всем привет! С вами снова Михаил Прыгунов. Определился я наконец с целями. Надоело просто так тренироваться. Раз уж я увлекся тяжелой атлетикой, я считаю, нужно поучаствовать в соревнованиях. И начинается подготовка. Буду готовиться к чемпионату Санкт-Петербурга, который состоится в апреле. И цель у меня – выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Категории 105 килограмм, это в сумме двух упражнений, рывок и толчок, 275 килограмм. Буду готовиться без тренера и буду готовиться без допинга. Время запускать реалити-шоу пришло и на мой канал. Итак, смотрите, подготовка Михаила Прыгунова к чемпионату Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике. И сегодня будет очередная тренировка, опять рывковая. Больше нравится мне делать рывок, нежели толчок, поэтому рывок я тренирую чаще. Сейчас перед каждой тренировкой я начал делать разгибание корпуса на тренажере Glute Ham Developer. По-русски говоря, просто гиперэкстензия, но горизонтальная гиперэкстензия. Также это упражнение многим может быть известно под названием наклоны через козла, сокращенно НЧК. Делаю его в начале для того, чтобы разогреть поясничный отдел спины, так как в связи с последними событиями у меня выяснилось, что там три межпозвонковые грыжи. Я считаю, что это упражнение хорошо укрепляет поясничные мышцы и создает тот самый необходимый мышечный корсет, благодаря которому грыжи не будут увеличиваться. Первое упражнение сегодняшней тренировки – это так называемый drop snatch. По-русски, уходы. Уходим под штангу. Многие из вас считают, что я стал кроссфитчиком. Ну правильно, я же вам не рассказываю. Дело в том, что я уже 2 месяца не делал кроссфит и не качался. Я более серьезно увлекся тяжелой атлетикой. Так что вы можете теперь меня считать тяжелоатлетом. Не знаю, не тянет качаться вообще. Так иногда, может, раз в 2 недели делаю проходку на жим лежа. На раз. Сейчас жму на раз 155 килограмм. Отожрался за выходные, сейчас вешу 103 килограмма, но есть запас в целых 2 килограмма. Считаю себя в тяжелой атлетике практически дилетантом, поэтому учить вас чему-то я вряд ли возьмусь, потому что сам толком знаю очень мало. Я просто делаю то, что умею, то, что знаю, и стараюсь прогрессировать. Окей, размялись. Следующее упражнение – тяга рывковая. килограмм по сумме двух упражнений. Я думаю, нужно будет разбить следующим образом: рывок 125, толчок 150. На данный момент мой лучший рывок 115 килограмм, мой лучший толчок 130 килограмм. Есть над чем работать. Хотел ответить на вопрос, а зачем я вообще решил пойти поучаствовать на соревнованиях и зачем я вообще занимаюсь тяжелой атлетикой? Ответ – хочу. И да, еще мне это нравится. Хотел бы выйти перед публикой на помост,
поднять эту тяжелую штангу, одолеть ее, побороть ее, потом силой бросить ее вниз, закричать, ну, получить от этого какое-то наслаждение, что ли, и услышать от судей заветную фразу «Вес взят». Когда я был у Димы Клопа, мы снимали «Один день из его жизни», он очень правильно сказал о том, почему люди начинают заниматься тяжелой атлетикой уже в таком зрелом, что ли, возрасте. Потому что им начинает нравиться именно бороться со штангой, бороться с весом. Не с кем-либо, не с самим собой, а именно со штангой. И я хочу сказать, что он на самом деле прав, потому что я тоже сейчас испытываю удовольствие от того, что я борюсь именно со штангой и с весом. Это не то же самое, что в бодибилдинге и в классических тренировках с отягощениями. Здесь уже взял, не взял, поднял, не поднял, одолел, не одолел. Также хочу напомнить, что мы с сетью магазинов Brutal проводим конкурс под кодовым названием Brutal Team. Мы должны были прислать коротенькие видео со своим участием, где вы демонстрируете свою брутальность. Хочу сказать, что довольно много народу приняло участие в этом конкурсе. Видео прислали целых 22 человека, молодых человека. Но, к сожалению, ни одна девушка не прислала видео. Но ничего страшного, мы все равно доведем этот конкурс до конца. Мы уже отсмотрели видео всех конкурсантов и скоро примем решение о том, кто же поборется за главные призы. Сумку, холодильник Sixpack Innovator 300. Банку протеина BPI Sportsway HD, а также шейкер с логотипом Brutal. Вот так выглядит сумка-холодильник Sixpack Innovator 300. Это сумка-холодильник на 3 контейнера. Большое отделение для контейнеров. 3 штуки. И также большая таблетница сюда помещается. Вокам 2 кармана для шейкеров, которые также сохраняют температуру, и ваши напитки могут быть всегда прохладными. Отличный подарок, я считаю. Ну и последнее упражнение на сегодня – это приседание в рывковом хвате или присед оверхед. Попытка установить личный рекорд 135 килограмм. Эх, черт, люблю рекорды. Ну вот так ближайшие 4 месяца до соревнований. Потихонечку, полигонечку прогрессируем. Пытаемся показать максимум возможного. И напоминаю, реалити-шоу на канале у Миши Прыгунова. Если вам понравилось, подписки и лайки. Все, счастливо, до новых встреч, пока.